Привет! Хочу рассказать об опыте владения своим новым автомобилем. До этого у меня была Honda гибридная CR-Z, маленькая двухдверка. Проездил на ней 3 года, заказывал также эту машину у парней в сфере кар. Ну, пришло время поменять ее, так как стала уже маленькой. Продал, так как заказывать с аукциона не сильно хотел, потому что курс поднялся, было дорого. Искал автомобили по России, смотрел много чего, ну, что-то повыше и водовое, но как-то ничего хорошего не нашел. Решил опять обратиться к парням, заказать автомобиль с Японии. Ну, хотелось, конечно, если брать пацанскую тачку, марка смотрел 130-го в рестайле, но что-то долго-долго ставил ставки и никак не получалось. И тут жена предложила, давай-ка попробуем взять Везела. Ну, а что, гибрид? Нас, в принципе, гибрид устраивал, тут и повыше, и 4WD. Вот, и не хотел его брать, потому что было дорого, на самом деле, где-то 1 300 000 он стоил. А я за эти деньги не хотел покупать такую машину, но решили попробовать. И, в принципе, во второй день торгов взяли Везела 1 150 000 дешевле. Правда, была чуть-чуть коска на задней двери, но по приезду все исправили. Все нормально, все устраивает. Кушает даже меньше, чем та, потому что она может ездить уже на батарейке полностью. В машине ездим уже 7 или 8 месяцев, точно не помню. Приехала она зимой, в принципе, в эксплуатации зимой проблем не было. Ну, правда, у нас подземная парковка, но ездили в Комсомольск, там минус 30 было где-то. Нормально заводится, ну, правда, с прогревами. Вот, поменял, сколько, пробег у ней был 50 тысяч, сейчас уже 70. Поменял масло везде. В роботе, в заднем редукторе, в двигателе уже 3 раза поменял. И как бы что, заливаю обычный 0.30, а в остальные оригинальные. Нравится в машине расход, в принципе, то, что она высокая. Вот летом ездили на море, песок был достаточно такой глубокий, сыпучий, едет уверенно, в принципе, клево. Вот, кушает мало, выглядит хорошо. Салон красивый, единственное, двери были пустоваты, но сделал шумку и клево все. Вот, пока менять не планирую, как-то так. Доволен все, нет? Ну да, машина хорошая, можно брать, но, правда, 1 300 000, сколько за них просят у нас, считаю, дорого. Надо как-то брать дешевле. Ну все, что? Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.